Поколение арт – это муниципальный проект школы искусств номер 2. Не новый, уже почти год на сценической площадке около школы проводятся небольшие концерты. Я считаю, что этот проект очень интересен еще тем, что вот мы сейчас наблюдаем, просто мне всегда хочется это сказать, насколько меняется наш город, да, меняется в качественном отношении. И нам как-то хотелось бы соответствовать, чтобы нашим жителям действительно как можно больше было всяких площадок, где они могут со своими детьми вот и отдохнуть, и что-то новое узнать, интересное, поучаствовать. В этот раз решили провести мероприятие специальное для первоклашек. Пускай посмотрят, что, собственно, их ожидает. На сцену выходили творческие коллективы учащихся постарше, а также преподавателей. Солнышко подогревало настроение, и, в общем, получился уютный праздник. А значит, проект состоялся. Он состоялся, а насколько интересно, это спросить у детей. Но я думаю, что, судя по их реакции, им это интересно. Кроме этого, это и хороший опыт публичных выступлений для учащихся, хотя, как они сами утверждают, контрольных работ и экзаменов в виде концертов у них более чем предостаточно. Ну, я как-то уже привыкла, потому что у нас довольно много выступлений бывает, поэтому как-то уже привыкла. То есть нет трепета какого-то? Нет, наоборот, даже радостно выступать на публику, чтобы все видели там, смотрели. Понятно, что не у всех юных музыкантов это вызвало бурные эмоции, но наверняка кто-то захотел также впоследствии выйти на эту сцену, когда будет что показать. Все очень нравится, веселые песни, красиво все исполняется, все очень весело и классно. Ну ты сам бы хотел поучаствовать в этом конкурсе? Да. А у тебя был уже опыт? Ну, я еще не участвовал, но очень хочется. Те, кто впоследствии останутся в школе, наверняка получат возможность поучаствовать в проекте «Поколение арт».